Универсиаду у Красноярска не отберут. Сегодня в наш город прибыла делегация Международной федерации студенческого спорта. Они проверили, как идет подготовка к играм. Делегаты побывали на всех спортивных объектах зимней универсиады. Особое внимание уделили многофункциональному спортивно-развлекательному комплексу с ледовой ареной, как площадке для проведения церемоний открытия и закрытия. И заявили, что переносить универсиаду не будут, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета не проводить в России масштабные спортивные мероприятия. Мы в очень хороших отношениях с Международным олимпийским комитетом, и мы будем соблюдать рекомендации. Но ФИСУ есть независимая организация, и мы имеем под контролем универсиаду, и это ФИСУ проект. И я скажу, что отменить эту универсиаду вообще невозможно.